Конфеты, печенье, пирожные и торты. Дети и взрослые во всем мире просто обожают сладкое. И так уж сложилось, что испокон веков все это сладкое выпекают нам наши мамы и бабушки. Однако время не стоит на месте, традиции меняются. И сегодня лучшие кондитеры – это мужчины. Мы докажем вам это, проведя один день с шефом-кондитером. Сегодня наш главный герой – это молодой по возрасту, но не по профессионализму – шеф-кондитер Станислав Серик. Молодой человек несколько лет проработал в Москве, но потом вернулся в родной Ульяновск, чтобы поднимать сладкий статус города. Парень с детства мечтал стать кондитером, смотря на свою родную тетушку. И, наконец, его мечта сбылась. На данный момент я считаю, что сладкое – это тот сегмент, так сказать, нашего рынка в профессиональной среде, который не раскрыт еще полностью. И мне нравится находить какие-то новые вкусы, раскрывать это и давать пробовать нашим гостям, для того, чтобы наш город стал вкуснее. Рабочий день повара, как правило, длится 12 часов. Повара приходят на смену минимум за час до начала, чтобы подготовить свое место. На часах 8:00 и работа закипает на кухне. Кондитер получает индивидуальное задание, количество и перечень изделий, которые предстоит ему сделать за смену. На своем рабочем месте Станислав вместе со своим помощником готовит на заказ изумительные десерты для нескольких заведений города. Что вот это за десерт, который вы... Это меренговый рулет на безе, основа безе, внутри сливочный крем. И фисташки, и малина. Вот так называется фисташковый меренговый рулет. От таких названий, да и просто от запаха на кухне текут слюнки. Коржи для пирожных и тортов стараются делать заранее. Крема, глазурь и сиропы идут в десерт, так сказать, с пылу с жару из-за своего маленького срока годности. Вся продукция разделена на категории по сложности изготовления. И чем выше разряд кондитера, тем сложнее десерты. Пробовать изготовляемые вкусности – одна из профессиональных обязанностей. Проба необходима для контроля качества, а также для перманентного совершенствования рецептуры, видов сырья и ассортимента. Мы развиваем только вот в наших заведениях, где я работал. Там мы стараемся локально поднять вкус десертов. К тому же наш главный герой сам жуткий сладкоежка, поэтому между конфетой и мясом на столе он всегда выберет сладкое. Я не знаю, я еще, наверное, не наелся их вдоволь, но всегда нравилось сладкое и вкусное. Из любимых десертов я предпочитаю в каждый определенный сезон определенный десерт. То есть, если это зимнее время, почему-то тянет более к шоколадным десертам. Если это летний период, то тянет к ягодам свежим, клубника, земляника. Когда идет сезон арбузов, просто обожаю арбузы. Главное в работе кондитера – это аккуратность и бережное отношение к продуктам. По словам нашего героя, важно любить свою профессию, постоянно развиваться и повышать квалификацию. Поскольку с каждым годом появляются новые технологии приготовления тортов и десертов. А еще в профессии немаловажен полет фантазии. Я люблю использовать специи в десертах, потому что они раскрывают вкус десерта по-новому. Я добавляю пряности, которые являются имбирь молотый, корица молотая, кардамон. Они очень специфичные и приятные на вкус. Но, любовавшись на работу мастера, пробую сама стать помощником кондитера. Для начала переодеваюсь в профессиональную одежду. Вот, пожалуй, мой размер. Наверное, точно подойдет. Вот теперь я готова стать настоящим помощником кондитера. Сегодня главная моя задача на кухне – это аккуратно разрезать только что приготовленный муссовый медовик. Пробую. Получается все не с первого раза. Нужно время, чтобы приноровиться. Это только со стороны лишь кажется, что орудовать ножом, горелкой и специальной лопаткой может каждый. На деле все намного сложнее. Сейчас мы маленькие кусочки перекладываем на специальные тарелочки. Да, на тарелочки называются подложки специальные. Они предназначены для наших десертов. Ага. Так, раз. Придерживаем шпажкой и перемещаем на подложку. Понятно. Нормально? Да. Теперь попробуйте вы. Чувства смешанные. Когда получается, то хочется горы свернуть. Когда нет, то хочется все бросить и заняться чем-нибудь другим. В итоге с одним заданием я справилась на 4 с плюсом. То есть, когда мы все переложили на стол, на подложку, мы берем... Затем, да, мы маркируем маркировочным пистолетом и кладем в холодильник для дальнейшей упаковки и дальнейшей отправки. Вот сюда. При
Приступаем ко второму заданию. Нужно залить глазурью очередную партию пирожных и поставить их в холодильник остужаться до нужной температуры. Теперь мы всю эту красоту прикладываем на наши подложки, да. Подхватываем. Угу. Попробуйте. Да. Слушайте. Лучше, наверное, да, вот туда. Одна штучка. Можно? Угу. Да. Да. Уже эту миссию я выполняю быстрее, а на секунду появляется мысль, что, может быть, вот оно, мое призвание. Но здравый смысл берет верх, да и свою работу журналиста я очень люблю, поэтому кондитерскую оставляю на хобби. Побывав в шкуре повара, понимаю, что хороший работник ножа – это универсальный солдат, который может при желании исполнить что-то соло или быстро отработать в команде. А руководить – это вообще целая наука. Несмотря на кажущуюся молодость, он очень опытный, очень грамотный, очень терпеливый руководитель, который всегда поможет, всегда подскажет, никогда не ругает, если что-то не так получается. С ним очень комфортно и очень приятно работать. Повара практически не сидят на месте, а после рабочей смены нет времени расслабляться. Ведь нужно отмыть рабочий инструмент и кухню для следующей смены. Затем необходимо привести себя в порядок, расписать накладные и развести десерты по нескольким точкам в городе, потому что иной раз экспедиторы это сделать не успевают. В этой работе необходима колоссальная стрессоустойчивость, которая присуща, по словам нашего героя, в большей степени мужчинам. Стереотипы имеют место быть, но все же... мамы, бабушки, они созданы для того, чтобы готовить у плиты. И это более привычный метод. Но этот метод привычен для домашнего обихода. Все равно при работе на производствах происходит больше стрессовых ситуаций, чем дома. И мужчине легче переносить эти тяготы, так сказать. Мужчина не уходит в декрет. И постоянно на работе. Теперь, приобретая торты и пирожные в магазине и кафе, мы стали больше разбираться в процессе приготовления. А я сегодня даже узнала рецепт специальной глазури зеркальной для муссового медовика. Сегодня уже почти нет чисто женских или чисто мужских профессий. Во всех отраслях прекрасно работают оба пола. В этом мы сегодня с вами убедились.